Привет, Вова. Здравствуйте. Сейчас мы приехали к Владимиру. Это жилплощадка. Это практически красная зона. Мы приехали, ему привезли помощь. Сейчас у него холодно здесь. Печку он топит, получается, не всегда. Угля у него нету. Сказал, когда тополя пиляли, он брал дрова, да? Да. Сейчас мы приехали к нему и его проведали. Он сейчас живет один некоторое время. Почему? Потому что многие знают, что мама с дочкой сейчас сделали операцию девочки. Вики, у нее были пальцы срушившиеся, и она уже 10 дней отсутствует. Она находится вместе с дочерью. После операции скоро швы снимать. То есть операция на одной руке прошла успешно. Одну руку мы уже пальчики разъединили ей, но а сын, естественно, остался один дома. Она работает в Зеленстрое, мама. Зарплата, конечно, очень маленькая, и сейчас, вы сами понимаете, помочь им некому, особенно сын, который остался один. Вот сегодня, благодаря Елене Бобиной, мы приехали, привезли здесь наш продуктовый набор, чтобы его поддержать, чтобы он не остался один и голодный. Спасибо, Елена. Спасибо большое. Спасибо огромное. И низкий тебе поклон за твою помощь. Спасибо.